День семьи в Ленинском районе – это всегда большой праздник и различные интересные мероприятия. Вот, например, в прошлом году на территории Национального конно-спортивного парка «Русь» открывали памятник благоверным Петру и Февронии, святым покровителям семьи и любви. А какие же сюрпризы ждали жителей на этот раз? Подробности расскажет вам наш корреспондент Лариса Вольнова. Всем праздникам праздник! 15 мая, Международный день семьи, на территории Национального конного парка «Русь» проходило масштабное развлекательное мероприятие, гостями которого стали семьи с детьми, более 1500 человек из всех районов Московской области. Поучаствовать в празднике приехал и глава Ленинского района. В Ленинском районе порядка 18 700 семей проживает, из которых 500 семей многодетные. Это хороший пример для того, чтобы семейные ценности принимались обществом. Теплая солнечная погода, веселые аниматоры, ухоженная зелененная парковая зона. Все это настраивало на позитив и заряжало прекрасным настроением. У нас активная жизненная позиция. Маленькие дети, есть и большие. Ну, в общем, нам очень нравятся очень такие мероприятия, отдыхать, особенно с детьми. Семья – это радость общения, уюта, домашнего очага. На ум сразу же приходят мысли о большом столе с яствами и, конечно же, свежей выпечкой. Вот и на празднике символом семьи стали пироги. Такого еще не было. В рамках мероприятия состоялся первый областной фестиваль пирогов. Семьи из разных уголков Подмосковья с удовольствием принимали участие в фестивале пирогов. Все – папы, мамы, дети – активно трудились над кулинарными шедеврами. И вот результаты. Поражают воплощение из слоеного, дрожжевого и бездрожжевого теста. А сколько крема и фруктов. Юрий и Виктория трудились над лимонником вместе. Говорят, для них это привычное дело. Здесь изображена наша семья. Пирог готовил наш папа, а мы украшали всей семьей его. Здесь, вот видите, каждый член нашей семьи в ромашковом поле. Ромашка – это у нас символ России же. Вот такая идея. Елена – мама семерых детей. Считает главным секретом выпечки – хорошее настроение. Мы приехали поучаствовать в этом конкурсе пирогов. И все вместе, дружно. Он такой большой, потому что семья у нас большая. Пироги в нашей семье, ну как бы это частенько по праздникам. В честь такого праздника, День семьи, мы его считаем своим. Мы испекли такой большой пирог с мясом. Помимо фестиваля пирогов, в парке было много и других развлечений. Гости участвовали в конкурсе перетягивания каната, катались на лошадях. Понравилось тебе в парке? Да, очень здесь лошади, на каретах катают клоуны. Играть можно во все. С особым интересом дети и взрослые играли в настольные спортивные игры. Их организатор Гунтерс объяснил, что таким способом хотел показать, как отдыхают люди разных народов мира. У нас бокс, хоккей, канада, джакол – это германская игра, латвийская, английская, французская, ирландские игры привезли. Собрали в такой комплект, и этот комплект позволяет любому человеку от 5 лет до 90 любой сложности здоровья найти для себя игру, в которой, я говорю, красиво, может быть красивой. Тут очень интересно, мне понравилось все тут. Я участвовала во всех мероприятиях. В конкурсах, наверное, да, участвовала? Ну да, во всех конкурсах. И какой конкурс тебе больше всего понравился? Керлинг. После подведения итогов фестиваля победители отмечали наградами. Министр социальной защиты населения Московской области Ольга Забралова поздравила всех с праздником и вручила семьям ценные подарки. Семья – это что-то грандиозное. Семья – это одно целое. То есть мы вот живем нашей большой семьей, радуемся, помогаем друг другу в учебе, в работе, вместе отдыхаем, вот, на природе ездим отдыхать. Но самый главный подарок для каждого – это его близкие и родные. Так пусть не только в этот праздник ваши сердца наполняются светлыми чувствами любви, благодарности и нежности. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.